Ты как бы вообще адекватный человек? Мне похуй, чем закончился ваш разговор, блядь, тебя перед фактом поставили. Мои бумаги. Это мой, блядь, сюда отдай. Ты что, с ума сошел? Ты деньги нам не переводи. Подписывай. Почему я должен брать кредит и доплачивать? Все вот эти акты, говорю, будем разбираться в суде. Это мы разговариваем. Ну хорошо, проблем нет. Ну, всем привет, друзья, с вами снова я, Сейлор. Сегодня у меня замечательная просто история о том, как большая компания, дом Технониколь, рекомендует своим клиентам абсолютно отвратительных подрядчиков, которые не просто хамят и угрожают своих клиентов, но еще пытаются их через суд развести на деньги. А именно вот клиенты этого дома замечательного на 300 тысяч рублей пытаются сейчас всячески запугать, чтобы он их выплатил в досудебном порядке, иначе будет хуже. А клиентом этой замечательной компании оказался я. Это мой дом, который мы недавно совсем закончили строить. И сейчас меня пытаются вымогать 300 тысяч рублей всяким шантажом, угрозами. История отвратительная, ситуация страшная, с которой столкнуться может абсолютно каждый, кто решит себе, рискнет себе построить загородный дом, пусть даже в большой и известной компании. В конце видеоролика я вам расскажу о том, как компания Технониколь отнеслась к этой ситуации, когда узнала о том, что происходит со мной, с клиентом их компании. И вы очень сильно удивитесь, насколько бывает плевать большим компаниям на простых вот таких вот людей. Из-за того, что сейчас на участке лежит снег, не видно всех тех косяков, которые подрядчик должен был бы устранить, но он от их устранения отказался. Я вам покажу кадры, когда еще здесь снега не было, и вы поймете, как могут засрать ваш участок и отказаться от устранения всех этих недостатков, недочетов в конце стройки, и с чем вы останетесь по факту после строительство вот такого вот замечательного загородного дома. В этом году я решил построить свой загородный дом. Несмотря на то, что мы в нем уже живем, у меня до сих пор нет на него никаких документов, а именно актов приемки передачи этого дома. Все дело в том, что эти акты мне не отдает мой подрядчик. Более того, он требует, чтобы я ему доплатил еще как минимум 300 тысяч рублей. Но давайте обо всем по порядку. С самого начала мы хотели для себя выбрать надежную, большую, крупную компанию, с которой, если что, можно будет спросить, у которой должно быть имя и репутация. Изучая рынок, мы пришли к компании Технониколь, позвонили по телефону, который указан на сайте, и нас отправили к официальному подрядчику компании Технониколь ООО Dio House. Технониколь строит дома по следующей технологии. У них есть официальные подрядчики, которые занимаются строительством, а Технониколь со своей стороны делает такой технический аудит и подтверждает то, что дом будет построен по стандартам Технониколь, он будет качественный и на него будет даже выдан сертификат, которого, кстати, у меня тоже нет, потому что мне его не выдали. 17 мая 2021 года мы заключили договор на строительство нашего загородного дома с компанией ООО Dio House. Самое важное, на чем я настаивал, это фиксированная смета, которая была приложена к договору. Таким образом, мы указали, что цена является твердой, изменению не подлежит. Перед подписанием договора на словах с генеральным директором мы договорились о том, что если я буду платить деньги не на расчетный счет юрлица, а на карту директору или основателю, неважно, то, соответственно, мне сделают скидку. Как выяснилось потом, когда я получил в глаза свою первую смету, и мы ее утвердили, я задал вопрос по скидке, на что я получил ответ, что так это уже со скидкой. То есть, по факту, я никак не могу проверить, действительно ли ко мне применилась моя скидка. В этой компании проблем нет. Спустя 3 недели после начала строительства мне звонит генеральный директор компании ООО Dio House Вралев Дмитрий Алексеевич и говорит: так и так, вы нас извините, у нас плохие новости. Цены на материалы очень сильно выросли. Ничего с этим сделать не можем. Платите 200 тысяч рублей. После длинного разговора, порядка, наверное, 40 минут по телефону с генеральным директором, я вспоминаю, что у нас в договоре фиксированная смета, фиксированная стоимость, цена является твердой, изменению не подлежит ни при каких условиях. И отвечаю директору компании, что извините, к сожалению, ничем не могу помочь. На что мне отвечают, что нет уж, извините, ну вы, конечно, понимаете,
Но войдите в наше положение, вот материалы выросли, вот такая вот ситуация экономическая. Надо поддержать производителя. При всем при этом нами была оплачена предоплата в размере там чуть больше 1 миллиона рублей за материалы после подписания договора. Логично, должны были закупиться в первую очередь те материалы, которые активно дорожают в этом сезоне. Не было такой ситуации, когда материалы вдруг резко, внезапно подорожали, и для всех это стало шоком. Нет, на протяжении всего строительства нашего дома и за полгода до мы только о том и говорили, что о подорожении материалов. Я возражаю, что не готов идти на повышение цен, у меня просто нет таких денег. И понимаю, что спустя 3 недели после начала строительства я уже попал в такую ситуацию, что мне говорят либо плати, либо я не знаю, как мы будем строить дальше дом. И у меня на чаше весов либо заплатить, либо заморозить стройку, за которую потом никто не возьмется на том этапе, на котором она уже была. Я потеряю деньги, я не построю дом в этом году, не перееду. А мы уже продали квартиру и живем на съемной. И еще куча-куча геморроя начинает вылезать буквально через 3 недели после начала строительства. Бумажки, дай мои. Это мой договор. Мои бумажки. Это мой, блядь, сюда дай. Ты что, с ума сошел? Также еще очень важный момент, что у нас в договоре есть такая графа, как непредвиденные расходы с суммой в 70 тысяч рублей. Когда я задавал вопрос, могу ли я отказаться от этих денег, директор компании Вралев Дмитрий Алексеевич мне сказал, что чаще всего это наша прибыль. То есть мы закладываем эти деньги на случай, вдруг что-то пойдет там, подорожает, не хватит, придется купить дороже. То есть у меня был шанс отказаться от этой суммы, сэкономить еще 70 тысяч рублей. Но я решил перестраховаться, мало ли, действительно что-то подорожает, что-то надо будет докупить. У меня эти деньги заложены, и я уже не попаду на деньги, я уверен, что я заплачу ту сумму, которая у нас указана в договоре. То есть даже статья «Непредвиденные расходы», от которой вы можете отказаться, ни от чего вас не спасет в конечном итоге. Также в разговоре с директором компании я говорю о том, что ребят, я не знаю, как у вас получилась такая ситуация, что на предоплату вы не закупили материалы, но послушайте, у меня есть деньги, деньги там условно лежат на карте, я готов предоплатить такое количество материалов в качестве предоплаты внести сегодня, чтобы таких ситуаций больше не было, и мы продолжили строительство. На что мне было озвучено, что да, такое решение есть. 635 тысяч рублей вы должны оплатить сейчас, и мы закупим все материалы, и больше таких ситуаций повторяться не будет. Первый миллион мы уже заплатили, из второго миллиона я взял 635 тысяч и заплатил их раньше срока, в тот момент, когда у нас встал вопрос об этих выросших ценах на материал. Дата внесения следующего платежа буквально была через пару недель, то есть на тот момент, через 3 недели после подписания договора, когда у меня здесь на участке была только куча песка, я уже отдал почти половину стоимости вообще всего дома под ключ вот в таком состоянии, в котором вы его видите, не имея ничего, а имея уже к себе претензию, то я уже должен еще 200 тысяч рублей. Естественно, никакое дополнительное соглашение о том, что стороны пришли к согласию на увеличение там, стоимости сметы, я не подписывал. Также в переписке в WhatsApp, это основной мессенджер, в котором мы переписывались с подрядчиком, генеральный директор компании Geohouse мне пишет о том, что эти деньги нужно оплатить сегодня-завтра, то есть оперативно, иначе материалы на следующей неделе вырастут еще на 15-20%. И вот тут я совсем ничего не понял. То есть у нас в договоре, у нас фиксированная смета, фиксированная стоимость, изменению не подлежит. Но при этом, если я сегодня не заплачу там какую-то сумму денег, то завтра материалы подорожаю и я стану должен. Хотя я уже оплатил предоплату, на которую должны были закупиться все материалы, чтобы такого разговора вообще в принципе не было. Это была очень странная ситуация с этим допсоглашением, с этими 200 тысячами рублей, которые я вдруг стал должен. Но это было только начало. Спустя буквально неделю после этого телефонного разговора у нас как раз-таки на участке состоялась заливка бетоном нашего фундамента. И в этот день произошла еще одна ужасная история, связанная с нашей стройкой. Я приехал на участок для того, чтобы поснимать, пофотографировать, посмотреть, мне было очень интересно. И бетонный насос приехал, ну, прям уже вечером, прям в 7 вечера, а сам бетон в миксере приехал, по-моему, в 8 или в 9. Мы были с женой на участке, это было лето, июнь месяц, темнело очень поздно. Я стоял с камерой и снимал весь процесс на видео. Пустили бетон. Бетон не идет. Парень с этого бетон-насоса полез вот на разложенный бетон-насос прямо над нашим фундаментом. Начал раскручивать какие-то металлические трубы, вот по которым бетон идет.
и бросать их прямо на фундамент. А, может, нам тоже так? Удар был такой силы, что мне повредили турбу теплого пола, утеплитель и помялась арматура, прям буквально вот так буковкой В помялась. В итоге мы уехали домой, заливка была ночью, а на следующий день, когда мы приехали на участок, мы обнаружили у себя на участке вот такие вот замечательные айсберги, плавающие по нашему участку. А это остатки бетона, которые слили прямо из бетономешалки, из миксера прямо мне на участок. В нескольких местах. У меня таких 4 кучи на участке. После этого я созвонился с подрядчиком, спросил, какого хрена, как такое может быть, зачем вы мне засрали участок. Мне сказали, ночью сливали, все такое было в спешке, извини, уберем. Я такой, окей, если уберете, нет проблем. Ситуация, как мне показалось, решилась. Но не тут-то было. В конце видео вы увидите претензию, в которой подрядчик официально отнекивается от устранения вот этих вот бетонных айсбергов по всему участку. Мне похуй. Также к нашему договору приложен проект дома, по которому, собственно, он строился. Этот проект мы заказывали у этой же компании, у Dio House. Проект и стоил, если мне не изменяет память, то ли 40, то ли 50 тысяч рублей. Там есть все чертежи, там есть все размеры, как строить, что строить, какие элементы и так далее. Там прям полный набор. Помимо чертежей и строительной документации, в проекте есть ведомость отделочных материалов. И более того, рендеры того, как должен выглядеть дом по факту его постройки. Посмотрите на рендеры того, как должен выглядеть дом, и посмотрите на дом, как он выглядит на самом деле сегодня, когда уже строительство де-факто закончилось. Как вы думаете, чего здесь не хватает? Я много постов писал на эту тему, я очень кайфовал с того, что у нас будут такие вот рейки с одной стороны на крыльце и на террасе. Но когда мы встречались с подрядчиком, они мне сказали, что «Ой, кажется, у нас этого в смете нету, поэтому у тебя не будет ни цоколя, ни реек». Такие вот дела. Это был уже третий звоночек, после которого я начал что-то подозревать. Как говорится, если тебе кажется, что тебя обманывают, тебя обманывают. Чтобы сильно не затягивать этот видеоролик, я не буду рассказывать такие, скажем так, по сравнению с текущими проблемами, более мелкие детали, которые тоже потрепали мне нервы достаточно. Давайте к развязке. Последний день выполнения работ в нашем доме, это была электрика, водоснабжение, подключение отопления и запуск всех систем, мне позвонил основатель компании и договорился на следующий день встретиться здесь, на участке, в доме, подписать все акты, принять все работы и, соответственно, расплатиться по последнему платежу. На следующий день мы встретились здесь, на участке, мне привезли акты. Я решил их посмотреть, почитать, подбить итоговую сумму. И удивился, когда увидел, что, оказывается, эти 200 тысяч рублей, которые с меня требовали тогда еще в июне месяце, они вписаны в акты, от которых я отказался, и дополнительное соглашение, по которым я не подписывал. В тот момент у меня в голове сразу все сложилось. Все эти предыдущие истории, все эти предыдущие обещания, все эти нестыковки, все эти общения по телефону, в переписке и обещания, что все будет, да-да-да, мы договорились, оказались просто пустым звуком. То, что случилось дальше, раскрывает все карты, все хождения вокруг да около по поводу меня и этой строительной компании. Давай посчитаем, чтобы вся сумма сходилась. Ну, а что, возьмем. У нас уже ничего не сходится. У нас вот итоговый долг перед тобой 217 тысяч. Но это с учетом доп. Соглашения, которое я не подписывал. Это с учетом сейчас вот этой ты его вот подпишешь. Володь, он здесь. Ты его сейчас подпишешь, это доп. Соглашение, поверь, ты его подпишешь. Я тебе сейчас всю по факту пересчитаю, всю смету. Дим, у тебя дом получится в 4 херм миллиона. Дим, у нас есть смета вести фиксированная. Подпись. Смотри. Давай, мы когда с тобой... Соглашение тебе было направлено. Да, было направлено, я знаю. Смотри. Ты пишешь дальше. Хорошо, мы сегодня вечером оплатим на карту. Ты оплатил, поэтому доп. Соглашение. Вечером... На словах, да, на словах ты выпендривался. Ты звонил, кричал, бил копытами. Дим, но я не звонил, не кричал. Давай. Доп. Соглашением. Я платил по доп. Соглашению день. Смотри. Какие вопросы сейчас? Это первое. Так, именно вот в этом телефонном разговоре генеральный директор компании, которого вы сейчас слышите по телефону,
подтверждает тот факт того, что я звонил и отказывался от подписания этого доп. Соглашения. А переписка в WhatsApp, о которой идет речь в этой записи, это как раз-таки переписка моя с генеральным директором компании от 15 июня, где мне сначала присылают требования, что стоимость материалов растет каждую неделю, после 20 июня будет дальнейшее повышение цен на 15-20%. Прошу не тянуть с решением, подпишем доп. Соглашение на данную сумму, а дальше будем разбираться по факту. Я отвечаю: хорошо, принял, чуть позже перезвоню с решением. Я перезваниваю уже на следующий день генеральному директору и говорю, что я отказываюсь от подписания дополнительного соглашения, потому что у меня нет таких денег, и предлагаю следующий вариант. Говорю, сколько вам нужно денег, чтобы закупить все материалы вот прямо сегодня, прямо сейчас, чтобы больше таких проблем не было. Мне озвучивают цифру 635 тысяч рублей. Собственно, 16 июня 2021 года Дмитрий мне пишет: добрый день, доп. Во вложении, до пятницы нужно получить аванс в размере 635 тысяч рублей наликом или на карту. Добрый день, мы сегодня вечером оплатим на карту, ок. В этот же день Дмитрий Юрьевич М, я уточняю, кому платить, верно? Получил 635 в 21:38 этого. То есть тот факт, что я оплатил 635 тысяч рублей по нашим договоренностям за материалы и следующего платежа, авансового платежа, раньше срока, они подтягивают к тому, что я якобы согласился на дополнительное соглашение на 200 тысяч рублей, хотя оплачиваю 635 тысяч рублей. Алло, ты свою переписку видишь? Да, да, смотри. Ты что пишешь-то? Сегодня вечером, да, оплатим на карту. Мы с Димой о чем договорились. Ну, там был разговор перед этим. Он мне звонил. Выпрашивал деньги по... Да никто у тебя ничего не выпрашивал. Ты называй вещи своими именами. Выпрашивал. Дим, подорожало USB. Причем здесь это-то? Смотри еще ты раз. Ты как бы вообще адекватный человек? Смотри еще раз. Что смотреть-то? Что USB стоил 3000 рублей, я стоил 4 тысячи. Мы что, на работу цену, Дим, подняли или что? Я не отрицаю, что он подорожал. Ну а в чем проблема? В этом проблемы нет. Ну а в чем проблема? Давай мы снимем тогда эту USB. Когда мы подписывали договор, Дима мне сказал, тебе могут позвонить. Давай, говорю, мы снимем это USB привод на эту разницу. Открутим и прикручиваем заново. Я начал говорить, отошел. Давай? Давай я тебе договорю. Да не надо мне ничего договаривать. Смотри, мне нужна сумма в размере 217 тысяч. Мне Дима... Все, больше мне ничего не надо. Мне Дима позвонил и написал, что мы подписываем договор, позвонят из Технониколя. Скажи им, что мы подписали договор, я бронирую материал на 45 дней. Через 2 недели мне звонит Дима и говорит, что материалы подражали. Материалы в Технониколь он бронирует, а не в USB. USB Технониколь не производит. Дим. Что? Хорошо. Ты хотел, если бы ты не забронировал материал на Технониколь, ты бы и купил бы их бы еще. И у тебя сумма договора бы еще выросла. Да, забронировали материалы только в Технониколе. USB Технониколь не производит. Доски Технониколь не производит. Смотри, все, что касается Технониколя, было забронировано. Я не знаю, где вы покупаете материалы. Хорошо. В этом доп. Соглашении я его видел, я его читал. Ты написал: хорошо, мы сегодня вечером его оплатим на карту. Это твоя переписка с Димой. Разговор на чем закончился? Эта переписка шла после телефонного разговора. Дим, Володь, мне похуй, чем закончился ваш разговор. Переписка. Я Диме сказал. Он мне сказал, переписка. Нам нужны материалы. Ты понимаешь, ты строил дом, ты не курятник строил, блядь, тебя перед фактом поставили, что подорожало, ты получил официальную бумажку. Почему у нас в договоре прописана фиксированная сумма? Да при чем здесь мы-то? Мы подняли цену. А я при чем? Почему вы не заложили деньги? Окей. Подписывай. Почему я должен акты брать кредит и подписывай доплачивать? Все вот эти акты, говорю, будем разбираться в суде, реально. Вот этот вот. Хорошо, головняк. Вот в суде, я, пока мы не разберемся, я ничего подписывать сегодня окей не буду. Все. Бумажку отдай мои. Это мой договор. Мои бумаги. Это мой, блядь, сюда отдай. Ты что, с ума сошел? Володя, отдай мои бумаги сюда. Это мой договор. Я сейчас посмотрю. Это мой договор. Я сейчас тебе посмотрю и отдам, если это твое. Это мой, Володь, договор. Дай, пожалуйста, сюда. Это мой договор и календарный план. Это я привез. Держи. До встречи в суде. Все. По безналу прошел один платеж. Дим, вы мне акт сверки присылали. Почему деньги? Какие деньги не прошли? Володя. У меня тоже есть документы. Володя, я не знаю, кто тебе чего присылал. Учти, в этой ну компании хорошо, проблем я нет. Никто звать меня никак. Ну хорошо, отлично, тогда о чем мы разговариваем? Понимаешь, если ты, блядь, такой сучонок, решил так поступить, блядь. Да, давай, короче, все, разговор окончен. Дим, смотри, акты вот по ту сумму, которая у нас в договоре указана. Еще раз. Не хочу ты деньги нам не переводил. Мне лично ты придал аванс там в какой-то размере. Акты. По той сумме, которая у нас в договоре. У нас есть договор. Вот по нему мы строили. У нас
четко по договору, там сумма заканчивается, там за вычетом розеток, ладно, и хер с ним. Если вы вдруг запутались, вот физический человек, который присутствовал, это основатель компании. По телефону со мной разговаривал генеральный директор компании. Почему они говорят о том, что ты нам переводил всего лишь один аванс там в размере 600 с чем-то, 35, по-моему, тоже тысяч рублей? Дело в том, что первый платеж по нашему договору я перевел на расчетный счет юрлица. После чего мне позвонил директор, сказал, типа, ты что, дурак, куда ты переводишь деньги? Мы же договорились на карту. И следующие платежи я уже переводил на карту. Поэтому в первые минуты вот после этого всего разговора они решили обыграть такую историю, что я фактически на счет юрлица перевел только 600 тысяч рублей, а остальные там 3 с чем-то миллиона рублей вообще им не переводил. Но при этом после каждого перевода мной денег на карту, генеральный директор вот с этого номера телефона, по которому мы переписывались в WhatsApp, присылал мне чеки на те суммы, которые я переводил на карту, тем самым подтверждая, что я хоть и на карту, но присылал деньги по нашему договору. Также после каждого платежа они мне присылали акт сверки, в котором указаны все мои приходы и дата этих приходов, и суммы, несмотря на то, что они делались на карту. То есть у меня присутствует подтверждение всех моих оплат, в том числе и на карту физлица, с их стороны. В дальнейшем они поняли, что эта карта плохо разыгрывается и отказались от этой истории, но об этом будет позже. По итогу этой встречи, записи, которые вы видели, мы разъехались. Я со своей стороны не подписал те акты, потому что они ошибочны. В них неверная сумма. Если бы я подписал эти акты с увеличенной стоимостью сметы на 200 тысяч рублей, то я бы автоматически согласился бы их оплатить. Я воспользовался своим правом отказаться от подписания неверных актов с неверной суммой и попросил подрядчика предоставить актуальные акты по нашему договору, сумма которого здесь указана и зафиксирована как твердая. Спустя буквально 4 дня мне поступила претензия, в которой указано, что мне предлагают повторно в срок не позднее 5.11.2021 года подписать дополнительное соглашение и акты выполненных работ. Дополнительное соглашение на те самые 200 тысяч рублей, которых я отказался еще в июне месяца. И акты, которые с учетом этих 200 тысяч рублей. Таким образом, на сегодняшний день моя задолженность перед ООО «Диохаус» составляет 192 тысячи рублей. В случае отказа от мирного урегулирования спора вышеизложенное предложение аннулируется, и размер основных требований ООО «Диохаус» в судебном порядке составит 283 тысячи рублей. С чего и откуда эти суммы взялись, непонятно. Просто взяли соточку, накинули, почему бы и нет. Также в этой претензии они пишут свои угрозы. Одновременно с этим считаем необходимым вам сообщить следующее. Строительство дома выполнялось на земельном участке совершенно ведомого строительства для ведения гражданского садоводства и огородничества. Указанный объект является объектом пониженного уровня ответственности, и его строительство требует согласования. Уполномоченным органом согласования размещения объектов недвижимости на земельных участках, в том числе объектов пониженного уровня ответственности, а также на оценку правомерности их строительства является орган местного самоуправления. Здание, сооружение или другое строение, возведенное и созданное без получения на это необходимого в силу закона согласования или с нарушением градостроительных норм, является самовольной постройкой, которая может быть ликвидирована комиссией в административном порядке, а либо в судебном порядке по заявлению любого лица. То есть они мне угрожают обратятся в специальную комиссию, которая проверит правомерность строительства такого объекта на таком-то участке. Буквально через 2 или 3 недели после получения этой претензии ко мне пришел сотрудник управы нашего поселения и рассказал, что получили претензию о том, что нужно проверить ваш участок, ваше строение на соответствие его нормам, получить ваше разрешение на строительство и прочие документы, основания вообще, почему тут построились. Я сразу понял, откуда ноги растут, и, к счастью, к этому моменту мы уже зарегистрировали наш дом как жилой в Росреестре и получили на него выписку. Что меня больше всего удивило, это с какой наглостью, оказывается, все переворачивается с ног на голову, когда дело доходит до официальных претензий. Платежи по договору осуществлялись вами хаотично, с задержками, что также явилось причиной задержки приобретенных строительных материалов, как следствие повлекло изменение их цен на рынке. Самое интересное, что платежи по договору осуществлялись без задержек, и это подтверждается актами сверки, которые подрядчик мне любезно предоставил. Кроме того, несмотря на ваши эмоциональные отношение к происходящему, которое в результате привело к опубликованию вами в социальных сетях недостоверной информации, необоснованно порочащей репутацию подрядчика, Диохаус в целях избежания негативных экономических последствий для вас готова вновь вернуться к вопросу мирного урегулирования спора, исключив из вашей задолженности сумму выполненных подрядчиком дополнительных работ на 90 тысяч рублей. Тот факт, что я опубликовал в интернете вот эти ролики, которые вы недавно видели, именно записи разговора во время приемки дома, говорят, что таким образом я опорочил репутацию подрядчика Диохаус. То есть, вы правильно поняли, мне угрожают, а репутация портится у подрядчика. Интересно получается. Кстати, в этом пункте претензии впервые всплывают эти 90 тысяч рублей за какие-то
выполненные подрядчиком дополнительные работы, о которых я впервые вижу. Я нанял юриста, и мы начали заниматься этим вопросом. Мы сделали ответ на претензию, в котором по пунктам разложили нашу позицию. Следом получили от ООО «Диохаус» подписанные акты в одностороннем порядке. Те самые неверные акты с неверной суммой. Мы написали отказ о неправомерности подписания актов в одностороннем, неверных актов в одностороннем порядке. И попросили подрядчика предоставить нам актуальные акты для подписания. Таким образом, на сегодняшний день у меня на руках нет актов выполненных работ. У меня нет сертификата гарантийного от компании «Технониколь». Теперь у меня есть угрозы от подрядчика, шантаж отправиться в суд и изыскать с меня какие-то 300 тысяч рублей за то, на что я не соглашался. Вы, наверное, спросите меня, так сходи в «Технониколь», это же их подрядчики, пусть они за них отвечают. Но, увы, и ах, я действительно связывался с компанией «Технониколь», я им отправлял вот эти вот видеоролики с угрозами, с шантажом. К ним в представительство они обещали разобраться, дать ответ, но, к сожалению, единственный ответ, который я от них получил, это «извините, мы с ними не имеем никаких договорных отношений, мы не можем разобраться, там давайте как-то сами». А теперь самое интересное, помните, я вам обещал в конце рассказать о том, как закончилась история с этими бетонными айсбергами, которыми мне насрали прям по всему участку в 4 разных местах. Подрядчик тогда, напомню, обещал мне удалить, приехать, вывести это все, поколоть, вывести с участка, оставить участок в том состоянии, в котором они его приняли. Что же выяснилось, когда я написал претензию об устранении данных недостатков? В своей претензии я указываю на недостатки, а именно входная пластиковая дверь, входная двустворчатая дверь, это были неплотные прилегания. Работы по заливке фундамента были выполнены с нарушениями. Поликлоп повреждения планировки участка, заграждение его остатками бетона. Требуется удаление остатков бетона с участка с заказчиком. Я получил ответ на претензию, в которой указано, что доводы, изложенные в пункте 4 и 5 претензии, являются несостоятельными, требования об устранении необоснованными, а именно устранение бетонных айсбергов по всему участку. Остатки бетона после промывки спецтехники были слиты в место, указанное вами как место бытового мусора. Сначала они говорили, что устранят остатки бетона, теперь они говорят, что я якобы указал места, куда мне сливать бетон. Однако, если вы внимательно посмотрите этот фрагмент видеоролика, где я как раз-таки с включенной камерой иду мимо бетономешалки, вот прямо здесь, видно, если в запись остановить, видно, что еще до заливки бетона, то есть в тот момент, когда сломался бетонный насос, его полезли чинить, когда повредили мне фундамент, еще бетон даже на фундамент не пошел. То есть они выливали остатки бетона из бетонного насоса, потому что он сломался. Они мне засрали участок еще до этого, из-за того, что сломался бетонный насос. Но он не полился, и пришлось его из бетонного насоса выгребать. Буквально лопатами мне на участок. Вот так вот получились те самые бетонные айсберги по всему моему участку. Еще не говорю о том, что засрали забор наших соседей слева. Он весь в бетонных следах, и их никак не очистить. Тем не менее, в официальном ответе на претензию подрядчик говорит, что я якобы сам указал место, куда сливать бетон. Но если бы это было место, куда сливать бетон после промывки спецтехники, это одно дело. Но, как оказалось, как видно вот по этому видеоролику, это то место, куда сливали бетон еще даже до начала заливки фундамента. То есть из-за неисправности как раз-таки бетонного насоса, который сломался. Справедливости ради стоит сказать, что действительно по этому ответу на претензию подрядчик приехал и отрегулировал те пластиковые двери, но от устранения бетонных вот этих вот недостатков на участке они отказались. Вот такая вот строительная компания «Технониколь» со своими официальными подрядчиками, которые вот такую вот интересную позицию встали по факту строительства дома, не предоставляют мне акты, не дают, конечно же, никакой гарантийный талон, всячески пытаются меня запугать, зашантажировать явкой в суд, судебным иском, какими-то расходами на 300 тысяч рублей. Самые главные уроки, которые я вынес после всей этой истории, которая даже еще не закончилась, она будет продолжаться, я так понимаю, я буду дальше об этом снимать, это то, что всегда все фиксируйте на бумаге. Любые обещания, любые их предложения, то, что вы не согласны делать и на что вы там не соглашались, никогда не подписывайте. И у вас всегда есть право в любом акте приемки любых работ или там даже дома
всегда написать там своей рукой то, что было на самом деле, или вычеркнуть то, чего не было, и вы не обязаны подписывать никакие вещи, на которые вы там не соглашались, или которые вас там не устраивают. Потому что в самом начале, вот на моем примере, на строительстве этого загородного дома, вам будут рассказывать, как все будет круто и замечательно, быстро и просто весело. А когда в конце строительства у вас будет какой-нибудь малейший спор, или вам не понравится какая-то выполненная работа, поверьте, все развернется просто на 180 градусов. Вы, оплачивая деньги вообще постороннему лицу на карту физлица, по факту можете оказаться в такой ситуации, что вы этой компании заплатили ноль. Хотя вы по факту заплатили просто на карточку там кому-то 4-5 миллионов рублей, а в суде будет доказано, что вы заплатили ноль и останетесь еще должны. Что делать в такой ситуации, как подсказывают юристы? Во-первых, можно обратиться в налоговую службу, и тому физлицу, которому вы оплачивали деньги все наличкой, в случае, как было у меня, подать запрос на необоснованное обогащение и взыскать с этого физлица все средства, которые вы ему оплатили, в случае, если он не сможет доказать происхождение этих средств. В таком случае взыскать эти 4 миллиона рублей обратно и в соответствии с договором с вашим зачислить эти все деньги, 4 миллиона или сколько там у вас будет по договору, на счет юрлица. И все будет честно. Мне повезло, что у меня есть подтвержденные с их стороны приходы чеками и акты сверки, которые они мне присылали, где подтверждаются все приходы в соответствии с нашим договором. Но если вы попали в другую ситуацию, которую я описал ранее, то имейте в виду, что такая вот неприятность вас может ждать в суде. Спасибо всем за просмотр этого видеоролика. Подписывайтесь на мой канал. В следующих роликах будет еще интереснее, потому что я продолжу освещать эту историю, к какому логическому завершению бы она ни пришла. Удачи, пока!